Всем привет! И вот я решил записать этот видеоролик, потому что хотят инвестировать, несмотря на то, что сейчас надо фиксировать. Тем не менее, запрос на инвестиции есть, и они здесь и сейчас. Поэтому я хочу рассказать о том, что, возможно, в ближайшее время еще даст какие-то иксы сверху, возможно, в течение нескольких месяцев, возможно, в течение года. Плюс, не забываем о том, что когда начнется мажор, все цены обратно упадут вниз в течение 1-2 месяцев до мажора и во время мажора. Поэтому прежде чем закупаться сейчас, надо 10 раз подумать. Так что это все не призыв идти закупаться, это просто мое предположение о том, что еще актуально для более высокого роста. Само собой, рост покажет кейс операции от Сколотой сети, также наклейки с этой операции. Дешманские наклейки, конечно же, дадут быстрее x2, x3. Но на долгосрок лучшей инвестицией будет, конечно же, голографическая наклейка «Выше разум» и «В паутине». Ну и заодно золотая сеть, хотя она уже и стоит 300 рублей, но это для нее не предел. Также, что касается кейса расколотой сети, возможно, след за ростом самого кейса расколотой сеть пойдет вверх и различный шмот из этого кейса. В первую очередь, конечно же, самый дешманский. Он даст небольшие иксы, но, тем не менее, цена на дешевые скины из этого кейса также вслед за контейнером будет идти в рост. Также я рискну упомянуть и обычные контейнеры. После выхода следующего кейса в игре, скорее всего, кейс Горизонт начнет свой рост выше, так как его падение будет наверняка урезано. Впрочем, это же касается и кейса Решающий момент, который уже показывал свой рост, но думаю, это для него не будет пределом. Просто надо будет следить за его собратом под названием Печаточный кейс. Ну и кейс Спектр 2 также в ближайшее время может начать свой рост. Впрочем, какого кейса не коснись, они все имеют шанс на рост в ближайшее время, потому что это вполне может быть вызвано неестественными причинами, а какими-то бустами. Поэтому тут я далее распинаться не хочу, так что переходим к следующему. Но следующее, что мне симпатизирует в плане роста, это автограф из Берлина. Но я беру конкретно металлические дешманские наклейки берлинские. Они имеют все шансы сделать x2, как минимум. Я беру диапазон цен, конечно же, до 30 рублей. Но мы также не забываем о том, что множество стикеров, которые оказались у Местеров, могут вновь оказаться на рынке, что приведет к спаду их цен. Особенно не забываем про это перед началом мажора. Поэтому здесь не остается лишь предполагать, что к чему будет. Так что просто следим за ситуацией. Ну а следующее, о чем мне хочется сказать, это наклейка Фурия, голографическая ската 19. Я рискну сказать о том, что цена, которую сейчас она имеет, не максимальна для этой наклейки. Я думаю, ее рост возможен и до 5, и до 6 тысяч рублей. Хотя вспомню, как об этой наклейке делали прогнозы ютуберы, и грустненько вздохнем. Так что здесь просто наблюдаем. Далее мне хочется упомянуть наклейку Тайлу, голографическую с Катовицы 19 года. Мне она нравится не меньше в плане роста. Я думаю, 1000 рублей на нее не предел. Просто дайте ей время. Я думаю, ее также оценят, как и Фурию. Следующее, о чем мне хочется высказаться, это голографические и другие стикеры Атланты. Они должны повторить историю Катовицы 15 года по многим причинам. Стикеры сочные, большие, на сотах, в которых они находятся, дополнительно украшая стикер, придавая им особый шарм и узнаваемость издалека. К тому же, их сразу же смели почти с рынка, подняв высоко цены. Также, как бы это глупо ни звучало, мне нравятся некоторые металлические автографы из Кёна 16 года. Лично, по моему мнению, они недооценены. То, что они дали за последнее время x2, совсем не предел для них. Но кто знает, может быть, я ошибаюсь. Время все расставит на свои места. Такого же мнения я придерживаюсь и по Колумбусу 2016 года. Эти стикеры, так же как и Кёна 16 года, весьма симпатичные. Поэтому рост для них тоже также не за горами. Ну а на этом у меня все. Всем желаю хороших инвестиций. 10 раз подумайте, прежде чем во что-то вложиться. Пишите комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Также у меня есть что еще добавить. Есть некоторые мысли насчет того, что может еще вырасти. Если этот видос вам зайдет, если будут лайки, если будут какие-то комментарии, то, конечно же, я выпущу еще один видос, в котором предположу о том, какие еще могут быть хорошие инвестиции в данный момент. А на этом я заканчиваю. Всем до скорых встреч!